Нюхалки сейчас. Ну, либо стену тут подстроите, я не знаю. Они вы, а вы рапорт писали по этому поводу? Почему я должен рапорт писать? А потому что вы видите нарушение. Я не вижу нарушения. Ну вот, пункт 25. Приказа 227 Министерства транспорта о порядке организации досмотра. В зонах транспортной безопасности. Кто занимается порядком? Я знаю, кто занимается транспортной безопасностью. Это вы. Я занимаюсь. Вот, я вам об этом сказал. Я вам об этом сказал? Я понял. Так надо же менять это, пожалуйста. Да. Нюхайте. Юра, откроешь? Молния. Мы не против безопасности, мы против, понимаете, чтобы все по закону. Это места мало, чтобы развернуть его, чтобы пассажир не видел. Я понимаю. Должно быть все по закону. Это не мои компетенции. Конечно. Снимать видеосъемка запрещена. Вы в курсе? Пожалуйста, прекратите видеосъемку, она запрещена. Чем? Чем запрещена? Законом. Каким? Вот, по сошлитесь на закон. Сошлитесь на закон. Да интересно очень, сошлитесь на закон. Все, мы не террористы. Правила метрополитена. Читайте. А правила метрополитена закон? Видеосъемка запрещена. Нет, там другая, там нет. О другом. Я вам скажу, там видео не любая. Точно. Не любая, точно. Любая, это туристы, только согласованная. Туристы приезжают. Нет, могут селфи сделать. Шлатив. Селфи можете сделать. А профессиональная съемка. Видеосъемка запрещена. Давайте почитаем, какой там закон. Я обучался, у нас учили, у меня конспект дома знаю, есть, допустим. Я сейчас вам все законы подниму. Я за 5 лет 5 раз учился. Сейчас найдем. Запрещена видеосъемка. Не запрещено. Запрещена, нет, я говорю. Метрополитене видеосъемка. Нет, нет, нет. Запрещена. Профессиональная съемка с применением фото-видеоаппаратуры, которая громоздкая. Видеосъемка запрещена. Нет, не любая. Это с ним фотографироваться можно. Видеосъемка запрещена. Вас ввели в заблуждение. Нет. Знаете почему? Я сдавал экзамен. Не сама съемка запрещена, а подключение к сетям метрополитена. Нет. Вот если мы тут поставили рельсы оператора, вот такой штатив, когда это будет мешать, тогда да. Какие рельсы? Нет. Рельсы киносъемные. Просто видеосъемка запрещена. Вы не правы. И напишите, пожалуйста, рапорт вашему начальству. Не знаю, как там у вас рапорт, не рапорт, чтобы вам оборудовали досмотровую зону. Кстати, это возможно, знаете как? Делаются специальные такие штуки, как, ну, как типа очки, да? Как. С чем бы сравнить-то? Ну, короче, чтобы никто. Главное, там в этом в пункте 25 написано, что. Не должно быть, должно быть обеспечение только конфиденциально, то, чтобы вещи мои никто не видели. А то смотрите, вот я иду, допустим, у меня в рюкзаке резиновые письки. Почему? Потому что я против. А вы меня снимаете? А видеосъемка же запрещена. Это не я снимаю. А кто? А это тоже не я, это камера. Нет. Это моя безопасность. Это положено по инструкции. Да. А видеосъемка запрещена. Вот. Красиво будет, если вот я тут буду проходить с полным рюкзаком, извините меня, каких-то непотребств. И все это видят, правильно? Вы нашли стрелочника, и вот смотрите, понимаете? Не стрелочника. Это придите его на железнодорогу. Стоп. И скажите, стрелочник. Вы вот исполняете это. Я понимаю, если вы не знали. Вот теперь вы знаете. Обязательно скажите начальству, чтобы оборудовали в соответствии с законодательством. То есть вы хотите, чтобы я вступил в конфликт с начальством? Зачем вступать? Нет, потому, ваше скажут, дело написать. А мне скажут, знаете, ваше дело написать. Дело стоять и досматривать. Мы об этом еще говорили, когда открывали это. Слушайте, что это неправильно. Вы с историей знакомы? Есть такое понятие в истории, момент, я все Нюрнбергский понял. Процесс. Вам поговорить и вот там люди, которые сжигали других людей в печах, говорили так же, мне приказали. Вот так же говорили. Вы же не можете нарушать я закон, правильно? Я не сжигаю. А это первое, вы нарушаете закон сейчас, правильно? Я не нарушаю закон. Нарушаете. Ладно, почитайте потом, ознакомитесь, почитайте. Я и так знаю все, да. Что не надо напишите, знать. Если мои слова подтвердятся, напишите рапорт, и ваша совесть будет чиста. А моя вот и так правда. Совесть чиста. Я добросовестно свои обязанности. Да. Да. Ну, это не дело. Я понимаю, что не вы это ставили. Понимаете, когда строили не станцию, да? Когда да. строили станцию, еще не было террористов, вот этого ИДИЛ. Были. Не, вообще не было. Были. Вот, она когда вот, открылась? ИДИЛ еще не было. В 13 году. Этой станции уже 5,5 лет. Ну, в 13 году. Тогда открылась. Еще не было вот этого в этом. В Сирии вот ИДИЛ давно был. И понимаете, его распланировали без учета того, что надо установить оборудование, так, как смотри, вы хотите. Смотри, чему апеллирует мужчина. Не, я не апеллирую, я просто, я понимаю. Еще не было. Я да. не смотрите телевизор, пожалуйста. Никогда. И не смотрите новости, и не внимайте никаким вот этим телеведущим, которые вы увидите. Нет, если вас не устраивает, обращайтесь. Мы обратимся, главное, ваше. Чтобы вы обратились. А почему я должен обращаться? Потому что вы этим занимаетесь. Вы субъект транспортной безопасности. Потому что вас не обеспечили я не надлежащим. Я сотрудник службы безопасности. Ну. Субъект – это хозяин.
Ну, а я не хозяин, не являюсь, не юридическое лицо. Вы представитель субъекта. Вы осуществляете деятельность, связанную с транспортной безопасностью. Ну, я обеспечиваю. Метрополитена. Я обеспечиваю. А метрополитен – субъект транспортной безопасности. А я не субъект, я сотрудник службы безопасности только, если вы правильно понимаете. Субъект – это кто? Юридические лица? Так вы представляете правильно? Юридическое лицо. Или предприниматели? Лицо. Я не юридическое лицо. Но вы же здесь не физическое лицо. Я физическое, я рядовой сотрудник. Нет, вы должностное лицо. Должностное. Да. Должностное, не юридическое, я не собственник. Должностное. Я не собственник. Должностное не лицо. Лицо. Должностное. Должностное. Не юридическое. Вот, это, вот смотрите, я вам приведу лицо. Такой пример. Вот если бы вам дали я красные тапочки и розовые трусы, вы же не вышли бы вот сюда вот махать, правильно? Вы бы написали начальству, сказать, начальство, вы охренели? Почему я должен в розовых трусах вы тут стоять, правильно? Да что, вы боитесь, что ли? Не боюсь, я не хочу, чтобы меня снимали. Видеосъемка запрещена, я вам объясняю официально. Вы меня слышите или нет? Да, успокойтесь. Ладно, всего вам доброго. Александр Юрьевич, удачи, хорошей службы. Напишите руководству, напишите. Только от вас все зависит, от вас. Я ничего писать. Ну зря, ну зря. Он четко знает, что как установили оборудование. Были специальные схемы, которые приносили. При мне вот эти рабочие вставили. У вас... них были схемы, они согласно схеме все устанавливали. Вот кто утверждал это, вот к нему обращайтесь. У вас есть интернет, загуглите приказ 227 о порядке досмотра. Вы это должны, кстати, знать были. Я рядовой сотрудник. Знаю, а спрос будет с вас. Вот если кто-то подаст суд, с резиновыми письками тут пройдет. Пусть пойдет. С него ничего не будет. Просто мы так и живем в нашей стране. Мне сказали, я делаю. Делаю плохо, но мне так сказали. Нет, ну, отлично, я человек маленький. Вот так нам брать, я человек подневольный. А как? Вы знаете, на своей работе нам разговаривали? Кем вы работаете? Конечно, журналистом. Ну, вот. Что вы? Работаю сейчас. Да? Образовываю вас, людей. Я столько про журналистов знаю, блин. Сколько? О, блин, какие они продажные, блин. Знаете, я... Я не такой. Я не такой. Я наблюдал такое очень много. А про сотрудников службы безопасности знаете, что мы знаем? Заказные статьи, что только не да. Встречат. Вот, на этого человека клеветал ваш коллега, чтобы привлечь его незаконно к административной ответственности. Только в суде облажался. Я ни на кого не клевещу. Вот, правильно. Сотрудник метрополитена, потому что ему так сказали, точно так же, как и вам. Я не сказал, я обучен, я знаю. Только его не было в тот день, да? Не было его в тот день, и он такой охинение. Администрация 227, и все. Ну вот. Понимаете? Задумайтесь, главное, чтобы вы задумались. Даже мы не стремимся вас переделать. А мне не надо переделывать. Я в три раза сам человеку вас. Дают деньги. Ему без да раз... какие там деньги? Без... Что ну чуть-чуть дают, немножко. Сколько? Ну сколько-нибудь ну, дают. Вот у нас зарплата, которая мне хватает на еду. Человек ничего, и все. Человек может ничего купить не могу. Ничего. А вы не пришли, блин, начинать по ушам видеть, объяснять, что я должен делать. Смотрите, те, кто торгует героином, платят больше. Вы меня не слышите. Я сейчас сотрудники полиции вызову. Вы не имеете права снимать. Вы понимаете меня, я вам объясняю? Уже три раза. Зовите, вот они идут. Если вы сознательны. Да. Жень, подойди, пожалуйста, сюда. Да, Жень, подойди сюда. Видеосъемку несанкционированную ведет. Я объяснил, что видеосъемка это станция метрополитена. Здравствуйте, Евгений. Запрещена. Здравствуйте. Только селфи можно. А оно что, вы на это снимаете? А видео нельзя. Конечно. Снимать, а что да. Такое? Просто какой-то... Это фотоаппарат. Фотографируешь, вот селфи делаю. А что вы теперь отрицаете? Кто говорит, что снимаю, а теперь за руки фотоаппарат целый. Я могу отличить фотоаппарат от фотографии. Да? Разрешите к вам вопрос. Да, что? Можно. Что, у вас разрешение есть на видеосъемку? С целью зафиксировать вот правонарушение сотрудников полиции. Вы сейчас закон нарушаете. Ну что? А что пункт 4 статьи 5 федерального закона о полиции, номер 3. В чем мы нарушаем полицию? Дисциплинарные проступки ваши. Дисциплинарные проступки? Да, закон. По моему мнению. Вы? Да, вы сказали. Нет. Нет, я сказал, что они нарушают закон. Мне молодой человек говорит, что я да. Нарушил. Да, да, уже нарушил. Тем, что... Евгений, как же чем? Так? Что, не представился? Правильно. Цель и причина обращения не сказали. Старший сержант Михеев я. Я просто спрашиваю вас, на что снимаете? Все, вы не нарушаете. Смотрите, дело в чем? Дело в чем? Дело в чем? Это общественное место. Нет, запрещено на профессиональную видеокамеру. Вот. Нужно разрешение. То есть террорист может... Сейчас вызову. Сотрудник служит запуск. Видеокамеру. Вот, дайте, вы потому что не интересовались, какой цель вы снимаете, что снимаете. Смотрите, Евгений. Евгений, я вам поясню. Дело в том, что мы вот ведем диалог с...
Алексей, да? Вот. Александр. Да, Александр. 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 Вот с Александром по поводу незаконности вот этого досмотра, но не всего досмотра, а именно нарушение пункта 25 приказа Министерства транспорта номер 227 о порядке его обеспечения. То есть вот этот вот экран должен быть скрыт от людей, не относящихся к силам транспортной безопасности. Правильно? Экран аппаратов. Аппарат. Знаете, я не готов на такие сложные вопросы. Приказ об общественном паре. Вот мы ему и говорим. Вот мы ему и говорим, чтобы он написал рапорт своему руководству, что чтобы он не нарушал закон. Значит, руководство нарушает закон и заставляет вас это делать. Вот. Ну правильно? Давайте запишем. Какой там вы говорите? Кстати, я честно не знаю, поставил. Пункт 25. Приказ номер 227. Сейчас давайте мы запишем. Передадим, я передам его руководству. Пусть они там сами решают. Конечно. Жень, дай ручку с бумажкой. Я запишу на всякий случай. Ты не запомнил. Давай бумажку. Руководству передадим, скажем. Я просто немножко некомпетентна в этом вопросе. Ничего страшного. А какой там пункт у нас? Пункт 25. 25. Приказа номер 227. 227. Министерство транспорта. А число не знаете? От какого числа не знаете? От какого, к сожалению, не знаю. Сейчас, если интернет работает, ничего страшного. Министерство транспорта об обеспечении транспортной безопасности о порядке досмотра. Сейчас даже загуглю. Порядок досмотра. Мы передадим к руководству. Мы как в этой аппаратуре отношения не имеем. О, вот, я вам могу даже зачитать. Мы не учились на эту аппаратуру. От 2015 года, от 23 июня 2015 года. 2015 год. 627. Пункт 25. Да я уважаю. О чем вам говорили? Пункт 25. КПП, расположенный на пути попадания объектов досмотра в перевозочный сектор и сектор свободного доступа, а также в любую часть зоны транспортной безопасности, с территории вне границ зоны транспортной безопасности, ОТИ или ТС, оборудуются заграждениями, исключающими наблюдение лиц, не относящихся к силам обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС, за мероприятиями, осуществляемыми в ходе досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра. То есть вот этих вот досмотровых мероприятий. А как мы видим, тут все открыто. Они должны быть вот там в уголке. Правильно, в уголке огорожены, человек туда заводится. Это вообще не... Да, ну, правильно. Это ко мне не относится. Да, да, к вам не относится, но вы можете, соответственно, рапорт соответствующий написать. Руководство, да, руководство рассмотрит, соответственно. Они да, передадут. Да, передадут вот их руководству, и они перестанут нарушать закон, правильно? Правильно же? Вот я привел полную распечатку. Все, мы вас держать не будем. Конечно. Все, руководство передадим обязательно. Не, он ничего не делал. Он ничего не делал. Он не нарушал. Правильно. Видео снимать можно. Нет. Можно. Почитай закон. Да я учил экзамен сдавал. Ты работаешь здесь, не знаешь, что снимать можно. Видео нельзя. Да можно снимать видео на телефон. Общественное место в любом. Нельзя видео. Видео нельзя снимать в служебных помещениях метрополитена. Нет. Запрещено киносъемка, если мы тут... Если мы тут... Туннель запрещено еще снимать. Нет. Туннель туда запрещено. Если со станции, то нет. А если из туннеля? Нет, я имею в виду, когда человек спустился туда, и он уже нарушил то, что он спустился. Ну, диггеры всякие, да? Да. И снимать тем более. Есть законы. Правильно. А запрещено снимать у нас с профессиональной... Да, если мы тут штатив поставили, да, да, да. Это разрешение метрополитена. Будет разрешение метрополитена, ради бога. Да. Если мы тут рельсы, штатив или подключение к электрификационным сетям к метрополитена, да. Нет, вопросов нет. Вот, читайте сами. Иди сюда, Евгений, читай. Я ему показал пункт. Вот. Это урезанные правила. Там полностью надо. Смотрите, смотрите еще. Вот это читайте. Правила пункта. Кстати, соблюдать только закон и конституцию. Вот в чем вы граждане, вот в чем Россия. Да. Значит, законы и конституцию. Ну, пойдем. А, все. Всего доброго. До свидания. Вы же не юристы здесь. Юристы.
Я юрист. Знаешь, где мы? Да. Ну вот знаете теперь. Видите как? Я это знал, знаете, когда еще? Ну вот и молодцы. Правильно, правильно. Вот, дорогие подписчики, просили меня сделать ролики с транспортной безопасностью, беспредел службы безопасности и прочим. Но не беспредел, конечно, но такая культурная беседа получилась. Вот, полицейский грамотный, адекватный, да это тоже, в принципе, адекватный, да, нормальный, не кинулся, ничего. Подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм. Боритесь за свои права, знайте и подсказывайте другим, которые немножко заблуждаются. Все, всего доброго, всем пока.